Павловской, что по улице Павлодарской. Гляньте, какая у нас техника теперь есть. Современно. Ромка Кириллов за рулем у нас. Ромка, молодец. Сергеевский Ромка у нас. Давно в Каштовке живет. У нас больница такая двухэтажная. Врачи у нас хорошие здесь. Такая остановочка. Ой, как очистил Ромка, молодец. Снега много намело за эти дни. Потом мороз долбанул 46. Вот асфальт полностью по Павлодарке у нас. Фонари вот такие современные уже. Остановки. Даже в городе таких нету. УАЗики у нас такие, русская машина. Лучше Прадика. И запчасти дешевле 8 раз. Вон еще один такой же. Патриот. Тоже служебный. Спецтранспорт. Пешеходная дорожка, здесь видите, вот знаки. Это Артем поехал на «Жигулях» сейчас на зелененьких. Наверное, дедовский еще. Зубной врач хороший. Вылечил мне недавно зуб полностью. Кисту. Вообще надо было удалять его, а он вылечил. Молодец. Сохранил зуб мне. Там у нас Каштовка, центр. Такие домики у нас. И вот такие домики есть. У нас и гонщики есть вот такие. Вот тут Женька живет. Такой домик красивый. С Натальей. Двоих сыновей вырастили. Раздетские. КамАЗы у нас есть. Тут люди живут трудолюбивые. Смотрите, сколько сена. Такие дома. У них скотины там очень много. Вон такие дома. Это улица Павлодарка. Ну и лес. Это дорожный участок, ребята. Служебный УАЗик. А там вот дорожный участок сам. ДРСУ. В простонародье. Мы привыкли так. Вон там у них асфальтный завод. Нынче планируют с улицы как Ленина сделаться. Делать будут. Вот. Там у них вот щебенка. Песок. Наверное, дорогу. На Орловку, на Крутиху, Бочкаревку, Колбаса, Верхмайзас и так далее. Я поехал на Ивановку. Повез холодильник моим клиентам. А вот здесь озеро есть. Куча рыбаков там. Сейчас покажу, кстати, озеро. Сейчас видел рыбаков. Возле Еремина очень много на речке. На чоке сидят. Машин 15, наверное. Тут дорогу вот подделали. Это торцовка. Торцовка называется, знаете почему? Здесь потому что болото очень мощное. И делали такие пеньки. Здесь вот наставляли очень много пеньков. Вот это озеро. Вон там следы. Вот следы. Рыбаков не видно. Сейчас все щук ловят на речках. Здесь сейчас будет такая немножко это проглядина. Вот смотрите, вот это озеро. Вот сейчас будет видно хорошо. Приторможу даже, вот видите. Вон оно огромное. Забыл, называется оно. Кыштово, но вспомнил. Ну вот здесь такое болото огромное. Вот видите, здесь. Здесь, видите, какие березки мелкие. Поэтому здесь каша-малаша. Ну вот ее подделали. Ну, надо ее подделывать примерно каждые 2 года. Ну, до Орловки полностью щебенка здесь. Вот сейчас 50 километров с лишним. Отличная дорога.
Орловку, на Зимник, Нижневартов, Сургут, Ханты-Мансийск, а нам надо в сторону Крутихи, поворачиваем на Ивановку. Какая у нас красотища. Вот уже перекресток наверх Майзас. Песенка такая. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня. Что, проедем через Камышинку на Ивановку? Показать вам? Ну не забывайте, каждый мне по 1000 должен будет на бензин. Камышинка основана 1893 год. Люблю эти деревня, Камышинку, Ивановку. Небо, гляньте, какое. Специально для вас. Из мультиков. Облака белоснежные, лошадки. Так, ну покажу сразу кладбище. Заодно поменете, кто давно не был. Красивый лес, и березы, и хвойный. Ну а мы продолжаем слушать русскую народную песню. Будаев, Вовка, Карасёва гараж, тут они живут. Вон Карасёв снег чистит, старшой. А Колян у меня сейчас подопечный. В Кыштовке Колян живет. Маленько воспитываю. Как и многих ребят. Работу даю. Дисциплину. На вон Ивановка, гляньте, на бугре. Красота. Вот вид оттуда какой. Вот гляньте, домик интересный. И вот смотрите какой, с каким видом. О! Тут проехать. Но это уже будете еще должны по 1000. Водичка вот. Колонка работает. И еще к 3 надо. К 4, точнее, в Кыштовку успеть. Уже время. Ближе к 3. О! Снеговик. С морковкой накись. Ладно, проеду там, сверну, там дорога должна быть, наверное. От центра. Давно уж Камышинку вам не показывал. Народ двигается.
улица. Там дальше в следующий раз покажу как-нибудь. Магаз, все закрыто здесь. Клуб работает, памятник. Субботник показывал, как я вам. На этом памятнике люди трудолюбивые. В чистоте содержат. У них школа. Работает. Пластиковые окна. Что, через речку Майзас поедем? По мостику? По мостику, погляньте. Прям на Ивановку. Рискованно, однако. Речка. Стига хоть тут гоняет. Тут тоже рыбаков, охотника хватает у них. С собой нету, наврать. Тут клиент у меня живут. А собака удирает. Ноги коротковатые. Ничего. 20 км в час бежит. Такие домики оранжевые есть в деревне. Прикольно, да? Снег почищенный. Собака все бежит. Тут пчел люди держат. Тоже я им привозил. Здесь вообще родня живут. Света Дальчанины. Мамка с папкой. Сюда привозил. Вон еще собака такая же. И колонка еще такая же интересная. Прочищено здесь. Воду берут. Там Силины живут. Илья. С тетей Галей. Зелененький домик. Еще один зелененький домик. Это вид крутой на Камышинку. Потом как трактором расчистили все. Где же мой корефан живет? Где-то там. Это магаз. В магазе у них обычно здесь весело. Закрытый пока. Попозже, наверное, откроется. Какая колонка с проволокой. Дом обшили, интересно, такой USB. Но хорошо, что... Не дует. А вон там поделки, смотрите, всякие. А, вон он, домик моих клиентов. Куда сейчас везу холодильник. Он здесь живет. А подруга у него здесь. Но сегодня у подруги. Вот тут у него протоптано. Все, забываю, как его зовут. Он у меня ему-то собаку покупал. И мотоблок с телегой. И диван. Хорошо рассчитывают сюда, в рассрочку берут. Пенсионеры такие, честные люди. Вот дровишки у них. Это вот его подруга живет, которая сегодня холодильник у меня оформляла. Сейчас будем сюда сгружать. Зайду к нему в гости. Вот такой домик, гляньте. Красота, гляньте.
Вон пришел к деду в гости. Здорово! Здорово. С Новым годом! Че маленько ребра, говоришь, повредил? Не знаю, кому ребра, кому повредил. Надо на снимок ехать. Ну, здорово. Ну, с Новым годом. Тебе покажу твои цветочки. Расскажи, что за цветы. Это денежное дерево, это вань мокрый. Ага, а вот это что? А это, не знаю, он цветет раз в год. Ну, какой красивый. Ну, я тебя раз, помнишь, снимал? Угу. Полисадники. Тут у них печурка вон, дровишки. Все как надо, короче. Что, когда на рыбалку поедем? А кто мне его занесет-то? А, на рыбалку когда поедем? Не знаю, я сегодня не еду на рыбалку. А. На укольчиках, ну ясно. Ничего, поправятся ребра твои. Упал маленько, да? Вот об эти ведра. Вот подскользнулся. Об ведра упал, короче. Ну, выздоравливай, ничего. Смотри, холодильник Renault. Вот такая у него марка модель RTD. Интересно, 50. Вот, включила? Вот, включила? Работает, да? Да, да, да. А как ты включаешь? Поворачиваешь его? Да, вот, на шестерку ставлю. Так. А как он выключается? В чем причина? Сейчас может сутки на шестерке стоять. Так. И отключится. Потом ага. Часов 9 вечера отключу и на пятерку ставлю. Ага. Потом минут 20 работает и все опять отключается. Все понятно. Надо, скорее всего, релюшку менять, да? Да, мы уже меняли ее. Но я еще закажу, поменяем релюшку. Давай. И все, дай бог, будет работать. Так-то он морозит, и все нормально, да? Ну все, порешаем этот вопрос. Холодильник затащили. Привезли. Да, будет два холодильника. Два ящика, да? Да, там два ящика выдвижных. Ладно, все, до свидания. Пока. Выздоравливай. Я покажу еще ограду. Вот у них тут такой порядочек. Деревню, видите как? Все, пастилахи. Дровишки. Собаченцы. А, Ивановский. Рыжая лиса. Трепится. Ну ладно, до свидания. Дровишки. О, тут я, помните, снимал, как-то у нее цветы. Тополь. Так люди живут. Все, развез. Будка пустая. Еще я вам маленько кино снял. На тот холодильник мы починим, и своих клиентов не бросаем. Скачки напряжения еще прыгают в деревне, сами знаете. То метель, то гроза. Релюшка не выдерживает. Такой домишко. Проедем по кругу здесь. Я не люблю возвращаться по одной дороге. Если есть возможность проехать, то приезжаю и вам это показываю заодно. Помог им занести. Это сын ее там был. У него семья, ребятишки уже в Кыштовке живут. Она приезжая, вообще приехала. Забыл откуда, с Башкирии что ли, откуда. Ну, с дедом корефанятся, живут. Друг другу помогает и веселее. Ну вот она, кладбище Ивановское, посмотрите. Уже помяните. Ой, как прочищено, все аккуратно. Так, вот домишко. Он собаченцы сидит, ждет. Охота полаять ей. Крайний домик аккуратный какой. Колонка. Замело. Наверное, дома вода у них. Или вообще там не живут, по-моему, в этом доме. Не обратил внимания. По-моему, там замело снегом. Так, там у нас круг тихо дальше. Аникина. Тенгиза.
Ну все, вот мы назад по трассе уже по федеральной выезжаем. Грейдера прочистили. Дорога хорошая. Сейчас по мосту проедем и отключу видео. Конец фильма будет. Мост мощный, такой бетонный весь. Вот деревня. Ладненько. Всем до свидания. Ну а нашим солдатам, кто на спецоперации, желаем победы, здоровья, чтобы никаких ран, чтобы остались живы и здоровы. И спасибо им огромное. Они у нас сейчас самое главное, что есть. Наши герои. А кто погиб, Царство Небесное. Вечная память. Они теперь там. На небушке. Всем привет, всем дачникам, огородникам, деревенским, у кого огороды большие. В наличии у нас вот такой вот есть работяга, карвер. Цена за комплект всего вот этого вот, сейчас расскажу, что у нас здесь. Цена 103 тысячи. Двигатель, так, сам отобло карвер. Двигатель 7 лошадиных сил. Такой вот красавчик. Мотоблок состоит так, получается, окучник, грунтозацепы, фрезы и картофелекопалочка. Все уже подцеплено. Вот так вот. Карвер, вот марка, модель. Три скорости вперед, одна назад. Такой шустренький ременная передача. Звоните, заказывайте. Наш номер телефона 913-014-85-20.